Мистер Вонг, я не подвел ни одного свидетеля. Поехали в убежище. Мистер Вонг, я не подвел... Thank you.
Сынок, я 30 лет отрубил на зоне. Нам надо поговорить. Таннер за рулем. Таннер за рулем? Господи, ты же знаешь, как я не люблю твои дурацкие игры. Не отвлекайся, ясно? Сегодня мы едем покупать подарок сестре. И точка. Не торопись.
дело плохо, я мог исчезнуть с радара вот так. Теперь и моя жизнь в твоих руках. Мистер Вонг, я не подвел ни одного свидетеля. Поехали в убежище. Думаешь, я даже буду сюда, чтобы давать показания? Да, на всякий случай будем держаться подальше от главных дорог. Отличный план, мне аж сразу полегчало. Обалдеть, ко мне явился продажный коп и теперь специально подставляет меня под пули. Тихо, приятель, тихо, все обойдется. Вот видишь, так-то лучше. Меньше глаз, меньше масын. Именно. Еще в оранжевый выкрасил и на крышу посадил. Спокойно, приятель, тише. Только не это. Ладно, ладно, сейчас я успокоюсь. Вздохну. Так-то лучше. Кроме шуток, обычно свидетели под защитой помирают со скуки. День за днем только телек и пицца. Приятель, это плохо кончится. Слушай, я хороший полицейский. Никаких взяток. Не рассказывай мне, да тебе даже зарплату взятками дают. Ладно, хорошо. Я в порядке. Видишь? Я знаю, что делаю. Больше так не делай. Ладно. Опа! Плохо дело. Видишь? Я же говорил. Валим отсюда! 40А3! В смысле, полярник, это иглу! Явка провалена, прошу разрешения на отход, прием! Пересылаю новую точку на твой КПК. А у нас есть проблема. Что еще? Я переготовил совещание. Если я быстро не доберусь до компьютера, то все пойдет в газеты. А, черт! Полярник, будьте готовы, мы отсюда вылетаем пулей! Черт, я думал, ты раньше ехал, как сумасшедший. Мой спидометр размечен до 11, а мы только на 2. Боже мой! А, просто нельзя за рулем! Спасибо! Это ирония! Мы доберемся до цели? Я всегда добираюсь до цели. Нет слов. Спасибо, друг. Не за что. Наслаждайся телеком и холодной пиццей.